Британские медсестры впервые за более чем столетнюю историю своего профсоюза вышли на всеобщую забастовку во всех частях Соединенного Королевства. Приостановлены тысячи плановых приемов и операций. В то же время организаторы стачки уверяют, что и экстренные, и жизненно важные услуги по-прежнему оказываются в полном объеме. Оппозиция воспользовалась случаем, чтобы осудить премьер-министра за бездействие. Медсестры выходят на забастовку. Он мог бы хотя бы встретиться с ними. Его бездействие говорит о многом. Как всегда, этот премьер-министр, для которого важнее политика Тори, а пациенты на втором месте. Господин спикер, забастовка медсестер – это клеймо позора на правительстве. Вместо того, чтобы проявить лидерские качества, он играет со здоровьем граждан. Медработники требуют повышения зарплаты на 19%, из которых лишь 5% надбавка, остальное – компенсации инфляции. По словам манифестантов, с наступлением холодов резко возрос наплыв пациентов, и условия труда еще больше ухудшились. Лондон предлагал гораздо меньшую надбавку, не компенсирующую инфляцию, а после того, как профсоюз 2 недели назад объявил о планах организовать забастовку, правительство вовсе отказалось от продолжения переговоров.